бросать не стал. И вот сейчас бросок. 3-3. Петров сравнивает счет матча, реализует большинство. Шайбу красивую забил. Всех соперников обыграл и в девятку шайбу положил. И вот момент! Все потел с передачи Филатова. Забивает Саумини. Клава шайбу с крюка Клюшкина, но все-таки дошла до партнеров. И вот атака продолжается. Галимов. Снова. Здорово, здесь как раз выходит и шайба в воротах. Ну вот и закончилась эта безголевая серия. Александр Комаристый. 4-1. Удобно. Скамейка во втором периоде расположена для нападающих. Можно выскакивать и сразу же подключаться к атаке, что Комаристый сейчас и продемонстрировал. Контракт и 3 шайбы уже забросил в 5 матчах. В предыдущей встрече он не сумел отличиться. Отличный момент! Никулин! Торжествует! 3-1! Гол по итогам большинства! Здесь шайба становится добычей игроков сломана. Идут они вперед. Сейчас хороший пас, бросок и гол. Томас Нейтик 5-1. Размочили Александра Еременко, и отличный по своей красоте гол сейчас забили словаки на радость вот этой группе гостевых болельщиков. Угол площадки, Мозес ее подхватывает, пас на синюю, наброс, еще один в сторону ворот. Активен Мозес, так и полагает, слышно бы снайперу, и вот он, 23-й гол Стива Мозеса. Всем, кто ждал Let My People Go, приготовиться. Сейчас послушаем из Рокки, а потом что-то такое не должно быть. Стив Мозес, гол номер 23. Самый играющий футболистов. Шайба в воротах. Корресиатри оказывается.